Все ближе новогодние праздники, все больше появляется в городе сверкающих арт-объектов, разноцветных гирлянд, новогодних елок и красочных композиций. Создать сказочную атмосферу праздника и поделиться ею с другими стараются коллективы муниципальных предприятий, учреждений, торговых центров, кафе и магазинов. Продолжается новогоднее оформление городской площади. В этом году она в новом убранстве. Украшенные арки, деревянные домики, огромный елочный шар. Среди новых инсталляций – сказочная карета. Каждая дама у нас может почувствовать себя в этом сезоне Золушкой и присесть аккуратно на те скамеечки, которые в ней имеются. Появились новые объекты торговли. Большая часть декораций смещена в сторону улицы Калинина. Огромная масса людей в этом году участвовала. Поэтому просим жаловать их и беречь то, что мы для вас все сделали. В этом году больше хвойного оформления. Арки украсили золотистыми шарами, световыми гирляндами. Беседка в форме шара тоже станет золотой. Вкус дизайнеров можно оценить, придя на площадь. Впрочем, подарить настроение себе, близким и окружающим могут не только коммунальщики, архитекторы и дизайнеры, но и организации. В городе продолжается конкурс «Зимние узоры» на лучшее новогоднее оформление. Причем до 28 декабря у каждого есть шанс ворваться в творческую гонку. Напомним, подробности конкурса на сайте госадминистрации.